Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, партнеры. Рад вас видеть на вечернем вебинаре, который у нас сегодня связан с партнерской программой компании Skyway Capital. Не так нас много, но в принципе пришли, наверное, те, которые интересуются данной темой. Да, возможно, кто-то пришел закрепить информацию, если те, кто слушает впервые. Вот, потому что, в принципе, все вебинары, которые мы проводим на сегодняшний день, они ориентированы в первую очередь на людей, которые пришли закрепить информацию, и для тех, которые пришли разобраться все-таки, да, каким образом можно зарабатывать деньги, вот, каким образом можно стать успешным в сегодняшней жизни благодаря проекту компании Skyway Capital, делая простые шаги, которые, в принципе, может делать абсолютно любой человек. Вот. Данный вид деятельности, который называют, скажем так, ну, движение по партнерским программам, чтобы никого не пугать, либо MLM, да, индустрия, по большому счету, те шаги, которые необходимо предпринимать, да, в данном направлении, они достаточно простые, они нелегкие. Потому что порой нам приходится, скажем так, делать действия, которых мы, возможно, раньше не делали. Хотя, по большому счету, если посмотреть на это немножко выше, то все шаги, которые здесь необходимо предпринимать для того, чтобы стать успешным, это то, что вы делаете каждый день, ежедневно. Вы ежедневно общаетесь с людьми, я предполагаю, да? Вы ежедневно кому-то что-то рассказываете. Вы совершенно непроизвольно порой делитесь тем хорошим, что есть в вашей душе, тем хорошим, что вошло в вашу жизнь, тем, скажем так, той информации, которая может привести людей к тому хорошему, что есть у вас. Вам могли понравиться какие-то вещи, вам могли понравиться какие-то действия, какие-то передачи, там, ну мало ли что. Да, вы могли съездить куда-то и получить массу положительных впечатлений, об этом легко, и, скажем так, с интонацией, да, объяснять людям, как это здорово, там, где вы были. И вы знаете, зачастую вашими рекомендациями по жизни пользуются у кого-то больше, у кого-то меньшее количество людей. Вот. Но в MLM-индустрии просто за это еще и платят деньги. Если вы даете людям информацию о том, как можно стать успешными, как можно стать инвесторами в проекте компании Skyway Capital, да, как можно зарабатывать деньги сейчас, как можно помочь своим родным, близким, у которых есть проблемы с финансами, например, да, вот, соответственно, вам за это будут платить процент с товарооборота, который вы будете создавать вместе со своей командой. Сразу же хочу отметить следующее. Смотрите, MLM-бизнес и бизнес по партнерской программе компании Skyway Capital, да, он подразумевает то, что действия, которые вы начинаете делать, через какое-то время начинают делать люди, которых приглашаете вы. Не все, но, как я, мне понравилось однажды выражение человека, который на заре моей юности, да, MLM бизнеса в 2000 году, сказал, извините. Итак, коллеги, если меня сейчас слышите и видите, поставьте, пожалуйста, плюсики. Выбивал интернет, я надеюсь, что сейчас он больше не пропадет. Какие настройки поменял. Спасибо вам большое. Так вот, одна женщина, довольно мудрая, успешная в этом направлении в виде деятельности, да, она сказала следующую фразу, что MLM-бизнес, бизнес по партнерским программам, это танец команд. Вот. Не знаю, любите ли вы все, кто присутствует в данной комнате, командные виды спорта, да, но те из вас, кто иногда это посматривает, понимают, что один даже семь пядей во лбу, звезда, там, я не знаю, в волейбольном направлении, баскетбол, хоккей, футбол, да? Если этот человек классно играет, ну, скажем так, игрок от Бога, но один команду, которому противостоит, он не обыграет. И в MLM-бизнесе работает именно данная схема. То есть, по сути дела, вы становитесь сначала человеком, который сам разбирается в информации. Научившись делать простые шаги, вы в какой-то степени становитесь тренером по отношению к другим людям, которые следуют за вами. Вы даете им информацию, обучаете делать простые шаги, да, они начинают это делать сами. Вот. Вместе у вас уже образуется какой-то коллектив, это еще нельзя назвать командой, там 5, 7, 10 человек, которые пришли за вами, это есть коллектив, либо группа людей. Но вот когда, скажем так, эти действия начинают повторять люди на следующих уровнях, и вы помогаете своим людям научить следующих, то образуется команда.
И команда – это, как правило, не весь коллектив, который зарегистрирован под вами, да, это называется структура в новом программе. Команда – это те, кто является приверженцами данного вида деятельности, данного направления развития, те, кто, скажем так, не безразличен к теме дохода, потому что, в принципе, иметь больше денег хотело бы огромное количество людей. Иметь больше квартиры, иметь, скажем так, автомобили, на которых ездят люди, которому не смотрят свет и, возможно, завидуют даже тихо, да? Вот. Но делать какие-то шаги готовы далеко не все. Так вот, шаги, которые здесь необходимо предпринимать, они простые. Если вы сами прониклись идеей развития технологии Skyway, если вам самим импонирует то, что мы сегодня реализовываем, да, то, что мы можем изменить действительно к лучшему жизнь человечества, даже из такой высокой позиции подходить, потому что огромное количество людей на этой планете ищут, где бы себя применить, в деле, которое может помочь огромному количеству людей. То есть они любят творить добро, скажем так. Может это громко звучит, но тем не менее это именно так. Есть люди, которые хотели бы большего признания. И в большинстве своем мы все, наверное, хотели бы иметь в своей жизни больше внимания своих родных близких, да, чтобы, скажем так, мы часто слышали больше теплых слов от людей, которые нас окружают и так далее. Данный бизнес позволяет такую возможность приобрести. Но, как правило, на пути к тому, чтобы у вас в жизни все налаживалось и было так, как вы хотите, по мановению волшебной палочки, как всегда существуют какие-то тернии, да, всегда есть препятствия. И ничего, в принципе, в нашей жизни не происходит без преодоления каких-либо трудностей и препятствий. Здесь трудностями, в принципе, является непонимание окружающих порой, да, то есть скептицизм огромного количества людей, потому что, в принципе, скептицизм – это здоровое чувство большинства людей, проживающих на этой планете. Мы все где-то скептики по отношению к чему бы то ни было новому. Но есть люди, которые позволяют себе разобраться, понять информацию, задать большое количество вопросов, а тот и сразу понимает, да, и начинает действовать. А есть большое количество людей, которые пропускают это мимо ушей, да, а потом через какой-то промежуток времени пройдет, там 2, 3, 5 лет, они просто вас спросят, а что случилось? И все. Если вы этих всех людей попробовали, скажем так, ознакомиться с нашей информацией, вам потом будет что сказать. А ты помнишь, я тебе несколько лет назад, да, предлагал вот это, вот это. Мы сейчас были с тобой вместе. Видите, есть люди, которые объелись вниманием. Ну, опять же, ситуация какая, да? В принципе, чтобы строить успешную команду, наверное, не нужно быть все время на виду. Да? И, возможно, даже ситуация, когда вы пригласите какое-то количество людей, которые начнут развивать данный бизнес, они могут стать даже успешнее, чем вы. Это, наверное, золотая ситуация. Если вы поможете троим, пятерым, десятерым людям стать успешнее, чем вы в нашем бизнесе, то, может быть, вам и внимания столько не нужно будет, да, но вы будете успешной женщиной Яна. Вот. У вас, возможно, у вас уже есть все, я не знаю. Я просто говорю в целом, потому что, как правило, в MLM-программу приходят люди, которые все-таки к чему-то стремятся, которых, возможно, не устраивает то, что у них есть на сегодняшний день. Да? Вот. Я так предполагаю, что на 100% довольны всем тем, что у них есть, ну, редко можно встретить человека. Даже люди, зарабатывающие большие деньги, кто-то из интереса, кто-то, скажем так, из того, что уже не может свою жизнь вести спокойно, продолжает, скажем, развивать какие-то направления в бизнесе и так далее. То, что вы хотите летать, это здорово. Для того, чтобы летать, есть два пути. Самой научиться летать, да, то есть махать руками там какими-то приспособлениями и так далее. Либо купить все самолеты, вы тоже можете летать. Для того, чтобы купить самолет, нужно ни много ни мало, но хотя бы денег. Может быть, длинное вступление, да, получилось и так далее, но тем не менее, в принципе, это вот так краткое описание того, что по большому счету приходится делать в сотрудничестве с компанией Skyway Capital по партнерской программе. Кстати, вот Яна из Москвы добавила, что в принципе мы завтра с вами можем увидеться вживую, если у вас будет желание посетить живую презентацию компании Skyway Capital. У нас здесь гостиница «Татьяна», недалеко от метро Серпуховская и Павелецкая. Вот. Сегодня для база москвичей была сделана рассылка и по телефону. Вчера-позавчера она была сделана по адресам электронной почты. Поэтому, если вы интересуетесь проектом, принимаете в нем активное участие, вы завтра можете прийти сами и пригласить с собой какое-то количество людей. Новости 16 числа на сайте компании Skyway Capital. Там с подробной картой изложено, как пройти от метро Павелецкая, Серпуховская. Да? Вот. Гостиница «Татьяна». Стремянный переулок, дом 11. 400 где-то метров от Серпуховской и примерно столько же от Павелецкой. Серая ветка, зеленая ветка. Поэтому, если придете сами, пригласите с собой какое-то количество людей, будем рады, потому что на этом мероприятии вы еще можете получить приз. У нас завтра будет лотерея, в которой будет разыгрываться 3 лота. Это книга Юницкого «Небесные дороги» в мягком переплете, скажем так, краткая версия, да? Более полная версия книги по Юницкому технологии. Вот. И третий лот – это будет сертификат на 1000 подарочных акций.
Как правило, один человек с нашей презентации уходит очень довольный, потому что он становится обладателем данного сертификата. Сейчас же я хочу сделать следующее. То есть, в принципе, у нас маркетинг-план, о котором мы говорим на презентации, да, он сейчас здорово изложен в новом ролике, который не так давно записали специалисты нашей компании, вот, которые занимаются непосредственно разработкой видеоматериалов. Вот. В скором времени, может быть, даже сегодня, возможно, получится, и вы увидите следующий выпуск новостей компании Skyway Capital, который должен вот-вот появиться у нас, да, то есть он сейчас монтируется и будет выпущен. Я вам сейчас хочу включить небольшой 7-минутный ролик, который расскажет об основных положениях маркетинг-плана нашей компании. После этого ролика я могу ответить на ваши вопросы, скажем так, разберем, что и как, ну и расставим некоторые точки над «и». Поэтому я с вами ненадолго прощусь, но скоро вернусь. Отличного вам просмотра. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно 8-му этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения от суммы инвестиций в своей команде. С 4 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 4%, с 3-го 2%, с 4-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 5%, с 3-го 3%, с 4-го 2%, с 5-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 3%, с 5-го 2%, с 6-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, $10000. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде до 20 уровня. С 1-го 16%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%, с 10-го по 20-й 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений.
С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого 17%. Со второго 7%. С третьего 5%. С четвертого 4%. С пятого 3%. С шестого 1%. С седьмого по девятый 0,5%. С 10 по 20 – 0,2%. С 21 по 24 – 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. Закупленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. Закупленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, друзья, простой ролик, который показывает проценты, которые получает человек при движении по маркетинг-плану, да? Так. Ну, по поводу того, что вы написали, запустили в Макс Парке материал про SkyWay, вы знаете, много будет мнений. У нас до сих пор появляются люди, которые выражают, скажем так, свое неприятие нашему проекту, хотя и все время говорят, что вы ничего не сделали, ничего не построили, вы ничего не покажете, да, хотя мы уже вот в конце ноября месяца будем демонстрировать возможности SkyWay на территории экотехнопарка. То есть там, где у нас сегодня находят место применения те инвестиции, которые делают наши партнеры. Итак, коллеги, что касается именно маркетинг-плана, то есть он действительно прост, да, и еще одно очень важное дополнение, которое я хочу сказать, то, что не прозвучало в ролике. Мы двигаемся по квалификациям, мы растем в соответствии с тем товарооборотом, который делаем сами и первое наше поколение. И как только мы выполняем условия квалификации следующей, например, были мы партнером, выполнили условия на квалификацию консультант, соответственно, буквально через короткий промежуток времени у нас раз в 30 минут пересчитывает программа ваших действия в вашей сети, и вам присваивается следующая квалификация. И делаю акцент вот на чем. Маркетинг-план нашей компании по-прежнему относится к маркетинг-планам мгновенных выплат. То есть мгновенные выплаты у нас получают в первую очередь те, кто прошел верификацию. Вот сейчас, пожалуйста, в нашем чате поставьте
Минус те, кто не слышал про верификацию, да, и те, кто ее не сделал. Вот те, кто не сделал, поставьте один, а те, кто не слышал, поставьте минус. Так будет более правильно. Как пройти верификацию? У нас была запись вебинара от не последней пятницы, которая у нас была, а последняя пятница у нас была 18 число, если не ошибаюсь, да? Ноябрь, 18. Да. Первый раз мы говорили о верификации подробно. Я ее сам лично проходил в режиме, скажем так, онлайн. То есть я зашел в свой аккаунт и при всех прилюдно я прошел эту верификацию. Вот видите, это нетрудно действительно, Ян, но есть люди, которые ее не прошли. То есть я так понимаю, ни Надежда, ни Любовь верификацию не сделали, да? Так вот, сырья, я вам хочу сказать следующее и тем, кто не сделал верификацию. Те партнеры, которые не пройдут процедуру верификации, не смогут вывести ни копейки со своего бонусного счета. Потому что если вы не верифицировались и в вашей структуре происходит движение, первое, вам начисляются деньги по маркетинг-плану сейчас только с проплат верифицированных партнеров. То есть если они сделали проплату, верифицировались, вот новую, например, вам начисление будет идти. До тех пор, пока человек, который купил пакет из долей компании Skyway Capital, не верифицируется, вознаграждение по структуре вверх не будет получать ни один наставник. Вот. То есть это процедура, которую нужно пройти. Те люди, которые зарегистрированы давно, и если под ними происходит движение, люди, скажем так, покупают пакеты, верифицируются, они получают вознаграждение как положено, но вывести деньги вы не сможете. Вот таким вот образом. Поэтому пройти эту процедуру, я правильно писал, это нетрудно, 2-3 минуты. Единственное, заранее подготовить скрины или сканированные копии, то есть документы в формате там, JPEG или PDF, то есть у нас можно загружать, да, чтобы вы могли на последней странице верификации подгрузить свои документы. Первое, там, где ваша фотография на документе соответствует тому, кто вы есть. Да? И второе, это регистрация ваша. Если у вас вы живете в Российской Федерации, соответственно, страница паспорта с регистрацией. Еще есть целый ряд стран, в которых процедура регистрации есть. Если нет регистрации в паспорте, соответственно, у вас должен быть документ на оплату каких-либо услуг по тому адресу, который вы указали в момент прохождения верификации. Вот такие дела. Какие у вас есть вопросы, коллеги? Все правильно, Ян, это требует большинство, 100% нельзя утверждать, но большинство платежных систем это требует. Если вас удовлетворяет, например, ввод и вывод небольших сумм, есть платежные системы, которые не требуют верификации. Там до 15 тысяч рублей, например, в России принят закон, сейчас пересматривается, минимальный платеж могут позволить сделать больше. Вот. Пожалуйста, вводите и выводите. Для целого ряда платежных систем, например, которые работают на территории СНГ либо России, если вы не верифицированный пользователь, вы, скажем так, проживаете в другой стране, вы не сможете ничего перевести там, и так далее, вам нужно все равно проходить процедуру верификации. Это нормальная процедура, действительно, этим занимаются все. Когда вы, скажем так, открываете счет в банке, либо там карту, либо что-то еще заказываете, вы же пишете полностью все свои данные. И подгружаете документы, если это вы делаете онлайн. Даже на сайте, например, сейчас ФМС в России, да, для того, чтобы заказать себе загранпаспорт, это очень просто, это удобно, я себе так делал. То есть вы заполняете анкету онлайн, вы подгружаете там фотографии и так далее, и, пожалуйста, вас проверяют и прочее. То же самое делаем мы. Вопросы, коллеги, есть ли какие-либо касаемо партнерской программы? Добавлю еще по мероприятиям. Среда, завтра у нас мероприятие, которое будет в Москве. Вот. Уже ждем завтра, что на сайте выставки «Транспорт России 2016» появится кнопка, по которой вы сможете пройти, это я говорю для людей, планирующих посетить выставку, проходящую с 29 ноября по 2 декабря включительно в Москве, в гостином дворе, в которой будет принимать участие наша компания. Там будет стоять стенд, на котором будут модели 1-10, почему не будет действующих, они будут в этот момент демонстрироваться на территории Беларуси. Там будет уже, скажем так, показ промышленных образцов наших транспортных средств. Вот. А завтра, как нам было сказано, должна появиться кнопка для регистрации на сайте компании, которая занимается выставкой «Транспорт 2016». Там нужно будет оставить свои данные, указать, кто вы такой, вот, и почему вы там идете на выставку и так далее. Если ваш ответ удовлетворят, то вам пришлют электронный билет на почту, вы его распечатаете, придете, покажете, и вам дадут бейджик, с которым вы сможете по этой выставке шляться из конца в конец, прийти на наш, скажем так, стенд, да, походить вокруг. Вот. Ну, посетить наш стенд, я думаю, для жителей Москвы не составит большого труда. Выставка, по-моему, работает с 10 до 7, 9 часов, в течение которых можно прийти и посетить эту экспозицию. И еще мероприятие, которое состоится ближайшее,
в масштабе компании Skyway Capital телемост 26 числа. Ссылки на телемост можно найти в расписании. То есть там будут присутствовать все, скажем так, руководители проекта, директор компании Skyway Capital Евгений Кудряшов и лидеры, которые развивают наши партнерские структуры. Будут давать информацию о том, что проделано, какие планы. Вот. И еще одно мероприятие, которое на носу практически 11-12 декабря. Город Санкт-Петербург, город на Неве, северная столица, культурная столица, я называю. Да, вы можете попасть на мероприятие, на конференцию, которая будет проходить в отеле Holiday Inn. Также информацию можно найти в личном кабинете. В личном кабинете зайти, зарегистрироваться и оплатить участие в данном мероприятии. Там все написано, что сколько стоит, какие отели будут бронироваться, если вы примете решение туда приехать. Мероприятие будет длиться 2 дня. Ну, вроде бы озвучил то, что хотел. Завтра у нас состоится в 17 часов презентация онлайн, да, то есть она займет у нас около часа, там где-то 40-45 минут. Вот. И в 19:30 по Москве ждем вас, если здесь есть москвичи, ваших друзей, знакомых, коллег по работе, у которых есть сложности в направлении, скажем так, финансов. Да? Ну, в принципе, они есть у большинства людей, проживающих на территории не только Москвы, но королевства под названием Россия. Да и других соседних в том числе. Если вопросов нет, друзья, то хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня на нашем вебинаре. Да, всегда рады общаться, всегда рады давать информацию. Очень рады, когда, скажем так, наша комната полна. Поэтому, в принципе, в ваших же руках количество людей, принимающих участие в данном вебинаре. То есть действия просты. Дали пару роликов посмотреть, человек заинтересовался. Приглашайте. Всем хорошего вечера. Всем отличного настроения, здоровья, любви и денег. Ну и до новых встреч на наших мероприятиях на волнах Skyway.